Point игру, Championship Point игру Na'Vi против Альянс. 2-1, best of 5 серии. Алхимик в пике. Пока что Na'Vi с Алхимиком давали по щам. Пока что у Na'Vi нет виспа, и это плохо. Ну ничего страшного. Навряд пока висп в этой игре не проигрывает, да, в доту? Че он не проигрывает? Первый... Я вот первый не помню. Первый вроде бы там какой-то салатец был, но я не помню, что там было. Я тоже не помню, был ли там висп. Ладно, не суть важна. А, вот он, Сашка. Не хватает ему только кого-то на плечах сейчас. Человек-бетрайдер. Почти. Ой, боже, человек-алхимик. Человек-бетрайдер у нас да. Дальше. С4. Или же Паник, или же Дэнди, так все подряд. 946 ГПМ, да? Да, 946 ГПМ было, это как раз он выбил. Это, кстати, второй ГПМ на этом турнире. Вот была у нас стата на различном стриме. Я не знаю, у кого было больше и когда. 946 это вообще какая-то фантастика. Но почему-то у кого-то когда-то было больше. Ну, вот вспоминая я сейчас прошлый год, и в прошлом году у нас какая чудосия произошла с командой IG. Команда IG из лузеров. Прошла четвертый раунд лузеров, финал лузеров, и потом гранд-финал. И сыграл чуть ли не 11 карт за день или 10. И став чемпионом. Сегодня очень похожая ситуация пак. У Na'Vi. Тот самый пак. Но это Фанник Бетрайдер. Это Бетрайдер сложная. Это тот самый пак, который побеждал на первом интернешнале. Показывает нам сейчас Бульдога. Придется ему опять играть на Фурионе. Ну и альянсы напряжены. Лучше, чем на Медведе, получается. Да, альянсы. Нет, там Медведь был хороший, но Алхимик был слишком силен. К Медведю в прошлой игре претензий не было абсолютно никаких. Там просто Лина и... Огрмак. Огрмак и Патма. Вот даже не Лина и Огрмак, а вот Патма, Патма, скорее всего, да, она была не очень в тему. Вот он, Лода. Ну вот 377 ГПМ у Лоды на Патме. Я вам скажу, что это не очень такой крутой результат. Да, для фарма это не самый лучший. Вот можете посмотреть, у него на Алхимике там 737. Да, ну и осталось Na'Vi. Опять. Na'Vi, все нормально. Na'Vi, да. Одну игру Na'Vi осталось выиграть. Команда Na'Vi в одном шаге от второго чемпионского титула. Да, для хвоста Дэнди Пупей это будет второй, понятное дело, что для Фанника и Куроки это будет первый чемпионский титул, если будет. Если. Это очень хорошее слово, когда ты играешь против Альянс. Да. Но в любом случае... Ну, сейчас уже Na'Vi выглядят очень уверенно, я да. хочу сказать. Тут больше даже Альянс выглядит неуверенно. Но Na'Vi, вот... вы смотрите, вот вы видите, да? Хвост там, да я сейчас туда, короче, чпок, все нормально. Ну, Дэнди устал. Дэнди устал. Дэнди уже... лыбу давит там сквозь руки, я тебе говорю. Это уже седьмая карта за день. Гирокоптер. Лодокоптер. Теперь саппортом надо Na'Vi взять. Ну, я слышал, что без них в доте вообще туговато играется. Хотя... Так вы тут в Твиттере жалуются, что все трезвые, и чтобы я сказал, ладно, борода. Теперь ну, вам надо бутылку беда, выжрать. Беда будет. Теперь вам надо две бутылки прям выпить. Там сейчас просто бочонок начнут опустошать. Да, сходу. Хватит уже залипать. Я Твиттер читаю, что люди пишут в ответ. Я в отличие от тебя неудачника могу посидеть в Альтабе. А, ну да, мне надо юзать телефон, чтобы почитать Твиттер. Не, я тоже могу пойти в Альтап, только люди видеть будут мой твиттер, а не что-то другое. Что там случилось? Кристал Мейден от Альянс. И вот она трипла. Ну, кстати, это элитненько. Фанника сейчас показывает, который не понимает, как он будет против этой триплы стоять. Что-то чесотка какая-то у Фанника, что-то вот, смотри. Голову вот. Не помыл. Смотри. Да, походу вообще в душе не был давненько Фанник весь чешется. Бутерата отхерачился просто. Как вариант. Да. Ну и last ban для Na'Vi. Не хватает у нас мида. И этот мид сейчас будет убирать Дэнди. Ну, Пупейт будет жмакать кнопку, но убирать его будет Дэнди, скорее всего. Ну это да. Давай, Клокверк. Вот такой неприятный герой был забанен.
Ну, кстати, что... Клокерк именно Клокерк в первом матче победил, насколько я помню. Да, в миде очень хорошо отстоял именно Клокерк. Навиз, turn to ban. Turn to peak, извините. Ну, это герой для Пупея сейчас будет. Судя по всему, да. Ну и что, даешь еще одну энигму без единого блэкхола за игру? Пупея же так и не дал блэкхол. Эти корейцы, у них реально, походу, игра уже началась. Да, корейцы во время пиков комментируют намного громче, чем мы, но потом во время игры они почему-то молчат. Может, они не понимают, может, типа, сути доты? Может, вот. Просто мы с тобой слишком громкие, поэтому может, мы их не слышим? Так, ну, альянсы сейчас просто на пределе сосредоточенности. Я уверен, что Нави тоже. Ну, хотя, что Нави тоже? Нави любили себя изначально вогнать в яму, а сейчас они еще и впереди на одну карту, так что я думаю, что сейчас они тоже могут какой-нибудь фигни натворить. Вайпер? Ну, это не самое страшное, что может случиться. Здесь саппорт уже. Суппорт Вайпер. Вот это, кстати, будет страшно. Походу, суппорт Вайпер идея и до Куроки дошла, он тоже такой похихикал, говорит, не-не-не. А пишет, что на первом месте Бёрнинг, значит, ДК Оранж было 948, а у Ласта 946. Ну, кстати, Нюкса еще нету, если что. И Нюкс, возможно, заедет. Его же нету, нету в бане его. И в пике его нету. А почему его нету ни в пике, ни в бане? Нюкс же хороший герой. Финал прошлого интернешнала. Последний пик. Нюкс. Ну давай, Пупей. Возьмите что-то со станом, пожалуйста, да? Такой, да, станов нету. Стан нужно здесь. Свен, набери. Ты что? Нюкс. Сейчас на я возьму что-то, что потом весь год будет пикать первым пиком. Нюкс. Какую-то. Кстати, Нюкса после этого первым пиком почти и брали, потому что ему поменяли карапаси, и он стал вообще нереально диким. 7 секунд, Пупей что рандомить решил. Пугна. Бэйн. Хороший тоже герой, я слышал. Причем с алхимиком неплохо миксуется Бэйн. Ну, меня просто бесит Бэйна то, что если он бросает слип гирокоптера, тот все равно продолжает стрелять. Кстати, да. Ну и герой для S4 в мид. Вот от этого пика сейчас, возможно, будет зависеть все. Возможно. Мид-герой — это очень важная позиция. Боже, как же Нави достали со своими вот этими проигрышами первых карт. Вот сравнение у нас сравнение сейчас. Сравнение серьезное двух пацанов. Да. Я хочу среднее по турниру сравнение их увидеть. Night Stalker! Вау! Просто вау! Вот только за это можно сейчас пойти и пожать руку всем альянсам. Это Night Stalker. Это тот герой. Опять слушай, же. Слушай, это Night Stalker и Висп в одной связке. Да, это именно они. Как же будет тяжело сейчас играть против команды Альянс. Против сверхагрессивной команды Альянс нашим ребятам из Нави. А я ведь забыл. Я ведь забыл, как S4 действительно рассекал просторы карты Dota 2. Да, и на этом Night Stalker я отрывал здоровенные ломки. Куски людей. На этом турнире мы не видели еще Баланара в исполнении Альянс. Это 83-й герой вроде как. Не-не-не, но Night Stalker-то был, я думаю. А, был? Нет, не было Night Stalker'а вроде как. Не может быть. Не может такого быть, должен был быть. Поехали. S4, Night Stalker, Аки, Crystal Maiden, Лода, Герокоптер, EGM на Виспе и Адмирал Бульдог на Фурионе. Команда Альянс. Ну и выдыхаем, да. Куроки на Рубике, Пупей на Бэйне, Дэнди на Паке, Фанник, Бэтрайдер, Хвост, Алхимик, третья игра. Этот Алхимик должен принести 1,5 миллиона команде Нави. Просто должен. Ну, игровой валютой, я думаю, он сможет вынести. Дайте ему пару часиков, Алхимик, Хвост вам нафармит 1,5 миллиона. Ну, я думаю, что не игровой. Гранд-финалик, тот, кто пикает Виспа, тот побеждает. Да, еще говорили, что на Медведя Альянс не проигрывает. Такой у нас сегодня прям день статистики. Развенчивать мифы будет Сашка Хвост. Ну и вот они, пеньки пошли. Че, бежит этот пенек. 300 мувспидов, Хвоста 295. Голда. Хвост любит голду.
Так, нашел такой раз-раз. Нормально так. Он умер от старости. Там пенек пока гонялся за ним, собственно, хвост. Ну и трипла в легкой у Нави. А мид, конечно же, Дэнди на паке. Сложная, конечно же, паник на бетрайдере. Причем, я думаю, вряд ли. Я думаю, что начнет где-то вот здесь фармить. То есть как-то, я так понимаю. Я хочу сказать, что несмотря на 5 утра там или пол шестого в Европе, нас сейчас 90 тысяч. Мать честная. И, наверное, 1200 на англоязычном стриме. Да, и в Доте, интересно. В Доте, вот я сейчас смотрю, 207 тысяч. 200 тысяч в Доте. Сколько на англоязычном? Глянь, пожалуйста, а. Вот. Вот прям надо посчитать. 207 плюс 275 тысяч на англоязычном. Мама дорогая, 275. Итого 475 плюс наших 90. Итого получается 565. Больше, чем полмиллиона зрителей. И это без наших друзьяшек, которые вот там вот сидят с Бёрнингом, комментируют. Статистику от них, как всегда, Valve получает только через неделю. Но я думаю, зная Китай, зная, как там любят Доту, я думаю, там больше, чем 280 тысяч. Да. Может быть и миллион. У Na'Vi там фанбаза тоже неплохая. И да, за Na'Vi там топят, я думаю, тоже. Да и не меньше, чем за Альянс. Альянс и Na'Vi приезжали в Китай недавно, я слышал. И давали люлей. И те уехали, говорят, с топ-1. Да, да, да. Так что... Вот это, кстати, доказывает то, что действительно Na'Vi и Альянс показали. Знаешь, и там, это кто в доме то, хозяин. Что после International сюда будут ездить на буткемп, они будут туда ездить на буткемп. На буткемп будут ездить в арену. О, это, кстати, прикольно. Можно будет пойти дать бёрнингу ляща. Впервые! Ты был прав. 83-й пикнутый герой. В этом финале у нас два уже новых героя появилось. Интересно. Смотри, выходят за бульдогом. Выходят за бульдогом, кажется. Или он их спалит? Нет, не спалил еще, но он вот сейчас спалит. Вот сейчас спалит. Вот сейчас пенек вот палит. Я смотрю, как раз вижен, да, и все. Видит бульдог сейчас двух пацанов. Вызывает еще двух пеньков и отправляет их дальше на лайн. Это очень прикольная тема, потому что, смотри, Na'Vi сами запушили лайн. Адмирал Бульдог мог получить тут огромное количество опыта. Но из-за того, что... А он и получит, он красава. Вот это красава. Бульдог очень жесткий. Он загрел пеньками на вторую вышку. И сейчас будет чаять опыт. Да, он получит тут второй левел. Хотя Denied, крипа сейчас один. Ну так, нормально, нормально. Подходить ему сюда нельзя, потому что его сейчас может зацепить. Слип и сразу же будет телекинез. Да-да-да, и там хвост будет раскручивать. Вот именно, хвост будет раскручивать. Фурион очень тонкий. Адмирал Бульдог действует крайне осторожно, но второй он тут действительно получит. И будет у него уже телепорт. Да, ну и вот мы видим, что очень-очень напрягает. Бульдог, да, вот второй левел. Красавчик. Просто красавчик Бульдожка. Ну и Тауэр теперь будет прессовать Na'Vi. Ну, правда, Бульдог второй левел, и пеньки все равно будут мешать. Боже, как же он отлично играет на этом герое, а? Так, тут Лода уже начинает пушить лайн вместе с ЕГМом и Аки. Нормально у них вроде это получается. Должен быть еще сейчас флэг, наверное. Нет, просто через Rocket Barrage убивает крипов Лода. Вышка потихоньку проседает. Правда, сейчас еще одна вот волна подъедет крипов. Ну и должны Тауэр, наверное, забирать. В мид, Куроки. Куроки в инвизе. Не получилось прохарасить. Не получилось прохарасить. Если бы пробил Дэнди, думаю, Куроки бы подымал, сбрасывал вниз. Скорее всего, да, потому что там еще и Фаник рядом. Но, правда, Фаник вот только второй получил. С4 качнул Войд в один, и все. Да, вот, все. С4 ловят. Поднимается Фаник. Начинает на него гореть. Сайленс. С4, скорее всего, умрет. Это будет First Blood. Да, First Blood за Na'Vi. Фаник очень медленный. Пытается уйти сейчас у Дэндика. У Дэндика есть фишит, он уйдет. И Бульдог потерял время, прилетев сюда. Не, ну Бульдог сейчас тут опыта получит и денег от этих крипов. То есть ему без разницы там пока где стоять. Да, так что тут пока все у Бульдога конкретно более-менее. Но вот то, что забрали ФБ Na'Vi, тем более на Найтсталкере, которому нельзя критически до первой ночи терять хоть что-то. Это очень хорошо. Да, это, конечно, у него не будет ничего. Первая ночь у него будет банка и тапок. Ну, там ПТ, может быть, соберет. Ну, да, ПТ должен собрать, в принципе. Это еще раз пережарить. Ну, и параллельно, кстати, пока в миде был президент First Blood, Лода зафармил уже первый товар. Произведен First Blood. Na'Vi, украинская фирма по производству First Blood. Производит First Blood. А Вилат их пропускает. Прям как украинская таможня. Все как положено. Я тут... Вчера, кстати, что-то вспомнил, не знаю, почему вчера вспомнил. Общались мы тут с ребятами из Valve на бэкстейдже, и один из них, когда сайленсера взяли, Тонг Фу такой сидит, говорит, а почему, когда сайленсер юзает Global Silence, то комментаторы не затыкаются? Нормально, кстати, сказал. И ему такие два типа, мы можем это сделать. Нормально. Это Valve, мы можем все. Да. Вау. Почти как Газпром. 75% винрейт у Рубика. Ну, мы помним Адмирала Бульдога, у которого был 84. 89 даже, да, процент винрейта. Был. Подчеркиваю, сейчас немного он упал. Подпортили Na'Vi.
Так, тут что-то задумали Куроки, Попей и Паник. Ой-ой, какие кусища, там С4 отрывает от Дендика. Жесть. Ну а Денди-то продолжает здесь быковать, и сейчас, наверное, будет врыв. Да-да-да-да, сейчас он попытается забайтить С4, С4, Дендик. И спалились, С4 убегает. Тут же Овочка. Подняли СФО, бросает вниз, Паник не стал гореть и разбегается Нави, разбегается. Куроки, мне кажется, немного неправильно сделал, он скинул вот товарища сюда, возможно, стоило вот сюда его закинуть, а там уже кто его знает. Ну да, было бы побольше времени. Да, ну понятно, не исключено, что С4 начал бы бежать в эту сторону, но мало ли, что там получилось бы дальше. Ладно, Дэнди 5,5 уровней у него есть, и С4, кстати, от него не отстает по левелу, так что тут тоже стоит так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, боже мой, этот пак, это просто такое мясо для Баланара будет, если вдруг Баланар нормально. Про Сайленс Войта 2 удара. Да, причем вот этот Сайленс, он действительно будет очень неприятный, потому что пак, ты видел, да, какие от него куски отлетают, у него 644 хп, там Войт на 300 плюс бьет, да, 335 дэмэджа наносит Войт. Неприятно. Хвост тем временем с Куроки подпушил тавер, но забрать не смогли. Мы видим, не денайбл вышка пока. Пока сейчас будет денайбл, если не стала она денайбл. Причем, блин, а как же тут офигенно залетает Crystal Maiden сейчас под этого Баланара, потому что у него постоянно сейчас будет мана. Войд у него дешевый, 100 маны стоит. Будет какая-то еще там урна туда-сюда. Короче, у этого товарища в теории все может быть очень круто. И этого нельзя допустить. Она первая ночь. Поехали. Так, первая ночь, и руна у нас внизу. Причем это руна регенерации. И за ней уже выехал Пупей. Ну, тут иллюзии пока убивает СФО. Так, ну вот он возвращается в центр. Левел 6 у него есть. Билд у него хороший. Понимает СФО, как вообще играть на этом товарище. Я подтверждаю. Я как прошедший 5 кругов аматорки на Баланаре. О, ты знаешь вообще лучше всех. Я знаю Баланара как никого другого, да. Но не, на самом деле, действительно, все очень грамотно. Сайленс в один для того, чтобы всяких паков, бейнов уничтожать. Да и Рубики тут, на самом деле, неприятные такие товарищи. И Мидас появляется у Адмирала Бульдога. Ну, а Нави в пятером снизу. Не знаешь ли это то, что они пытаются забрать 2 тавера? Может быть. Тем более, что у первого-то тут было всего 150 хп, так что его вообще без проблем сейчас сбривают. Можно пойти, наверное, и на второй. Но это много времени будет потеряно. В то время фармится Лодай эта линия, а здесь с Баланаром фармится. Ну, хотя фарм Баланара, это, наверное, то, что надо. Наверное, пусть себе фармит на здоровье, а бы не гангировал. Ну, да. Просто если сейчас начну драться, смотри, то будет, конечно, уже очень неприятно. Что у него там? Он кого-то ограбил? Да, 3000. Not bad. Если заберет этот тавер, Сашка, хвост. Хвост неплох. Да, четверочка. Да, Бензе сами. Именно. Четверочка. И ты смотри, и просто продолжает бить здесь пеньковый, криповый, тавер. Кстати, там с четвертой монеткой-то за пеньков дают нормальное количество золота, поэтому лучше их тоже не отдавать лишний раз. Аке. Вот он С4. Хвост на развороте. СФО стан сейчас даст, сдал стан. СФО. Тут моба с колдауна. Ты посмотри, какой ужасный дэмэдж. СФО танкует как царь. Это минус 2, минус 3 даже от команды Альянсы. Гонят дальше Фаника. С4. Умирает здесь. Забегает, да, и виспами, скорее всего, ЕГМ сейчас добьет. Это минус 4. Трипл килл от виспа. 1500 денег у ЕГМа. С4 получает огромное количество опыта. Ты посмотри, Дэнди. Он находит Дэнди. Дабл дэмэдж для S4. Самый неподходящий для Дэнди момент. Это фраг. Тимвайп. Это действительно тимвайп. Вот этот дабл дэмэдж, он настолько жесткий был. Да, и Лода очень своевременно прилетает. Казалось бы, уже поймали, уже почти убили S4. Хорошо в него раскастовался хвост. Висп. Да, одно простое слово. Висп, который залетает и начинает дико захиливать этого танкующего Найтсталкера. Это еще у виспа не было оверчарджа вкачанного. Так бы тут еще на 5% меньше получал урона и так далее и тому подобное. Вот эту фигню очень круто использовали Нави в прошлой игре с Алхимиком. Так, там в центре сейчас атака. Очень быстро убили, разобрали Бульдога. Это хорошо. И смотри, будет цеплять сейчас в хвостах. Цепанул хвоста. И хвост умрет, да? Да, хвост, скорее всего, умрет. Здесь. Лол. Хвост. Минус. И за Дендиком тоже выехали. Будет ли Сайленс? Нет, не Сайленса, не Войда. Лол! Дэнди Аптезер застанился и не смог улететь! Так, начинается какая-то беда у Нави. Ну ты понял, да? Да, начинается. То есть теперь уже ты говоришь беда, а не я даже. Да. Да, 10-я минута игры, 7-2 Альянс. Забрали они 2 тавра, Нави забрали 1. И Нави очень-очень плотно фиданули. С4. 3 минуты 23 секунды ночи. Счет 3-1-2. Пожалуйста.
Из 7 фрагов при 5 присутствовал Баланар. Ну вот она, началась ночь, и вы видите график. После начала ночи. Да, это действительно, это вот эти 6 минут. 6 минут на графике, вот это внизу как раз есть у нас тайм-код. Это Alliance, это Nightstalker. Так, Пупей, Пупей сейчас увидит с хайграунда и убьет. Да, Пупей здесь должен умирать. Пупей, да, минус Пупей здесь, без шансов для него абсолютно. Silence, Пупей умирает. Дэнди не стал прыгать. Ну там нету смысла, там у Nightstalker уже 1200 хп. Баланар, 1200 хп, это он еще без щитка, без какого-нибудь вангварда. Ну, его здесь убить будет очень сложно. И да, что там даже хвоста? Хвосту, но хвосту надо очень много времени. Хвост, да. Лотар. Хвост решил выйти в Лотар, действительно. И хвоста убивают. Хвоста убивают. Просто браво, Альянс. Альянс вот сейчас играет в ту игру, в которую... Играл Ваня Артстайл на первом интернешнале. Да. Там точно так же убивали Думов под вторыми товарами. Вообще без вариантов. Этот умеет. Ты прочитал статистику? Да, я прочитал статистику, сижу и думаю. Окей. Полетели, летели Смит. Ну, без шансов. Я думаю, что эта карта будет еще короче, чем первая. Вот тут... нам писали, что 16 минут самая короткая карта плей-офф была. Там в группе Альянсы выиграли еще. Ну, тут быстрее. Попахивает, уже я попахивает. Я думаю, здесь будет еще быстрее. Да, Дэнди без денег, нету, да, ну, даггера нету, естественно, до даггера очень долго ждать. По деньгам там сейчас уже более... Вау, ты смотри, что он купил. Армлет на что? 11 минут ПТ армлет. Которому тяжело стоялось. Ну, он действительно, вау. Он, типа, стоял и стоял против этого пака и... Ну, то, как отыгрывают эту игру Альянсы, это просто что-то. Ну, то есть у них мега-глобал стартап, потому что Баланар бегает везде, Фурион куда прилетает, но поэтому сразу... Если что, где-то гирокоптер залетает, да, с голдауном, да, да, да. Там вообще начинается такая рвань. То есть что-либо сделать, конечно, Нави здесь очень сложно, но и Альянсы... Но, опять же, очень хороший танк. Танк С4, вот этот Nightstalker, он действительно, он очень-очень крут. Ну, и сейчас долетит еще к нему армлет. И, боюсь, будут проблемы у Нави вдвойне. Хотя есть даггер. То есть можно было бы даже попытаться сейчас самому выцепить, самим выцепить этого Найтсталкера. Ну, вот ночь закончилась, как бы, и... Или... А, нет, еще ночь тоже. Еще рано. Говорит, что закончилась ночь, поэтому пока надо команде Нави потерпеть. Да, но вот сейчас ждет руну С4. Ну, а Дэнди на топе ждет, и у Дэнди руна. Иллюзия. Не самая полезная, но все же руна у него, а не у Баланара. Тем более, что у того один заряд в бутылке остался, так что ему она была пополезнее. И Nightstalker сразу же летит на топ. Вот он просто собирается и летит. Правда, он один. Можно попытаться этим воспользоваться. Дэнди уже арбу потратил. Ну и они тут четверо, пятеро Нави. Да, но он с Аегисом, действительно. Турка, пока да. Его будут одного месить, это 1270 прилетит хп. Прилетит Фурион, прилетит Аки, прилетит Лода, ИГМ, все. Да, плюс еще он армлет включит. Там будет вообще почти 2000. И, ну, я даже не знаю, как его пока здесь убивать. Нету пока что столько урона у Нави. Ну, а вот нашел 4 хвоста и убивает его. Будет лассо. Но тут висп. Тут висп. Минус хвост. И надо гнаться за фанником. За ним уже такая трасса выстроилась. А нет, он отлично делает блинк в леса и... Хорошо себя продолжает чувствовать. Так, тут нас идет, опять же, подхил сейчас Найтсталкера. И будут ли идти дальше Альянсы? Нет, скорее всего, они отступят. Что там у Лоды тем временем? У Лоды... БКБ, что ли, летит? Да, у Лоды БКБ. Да ладно. 13-я минута. Фейзы и БКБ у Лоды. И там у Баланара, собственно, есть ПТ, есть Аегис, есть Армлет. По деньгам уже десятка, по XP уже 11 тысяч. Альянсы просто шикарно исполняют страту с Найтсталкером. Да. Кстати, помнишь, какая там была самая быстрая рапира в истории Интернешнл? 19-я или какая? Или 24-я минута? Рапира? Да, на первом инте с Найтсталкером вот эти побегушки были. А, ну-ну-ну-ну, я с вами вот не помню минуту. Я точно помню, что... Ты на что намекаешь? Минут 20 ушло. Но я намекаю на то, что... Не, Альянсы вряд ли такую фигню будут делать. Это только Ваня мог. Вполне можно такую херню тут сделать. Да, но сейчас действительно у Нави шансов не слишком много. Альянс, ну вот я не знаю, я увидел... Насколько они оперативно перемещаются по карте, насколько они агрессивно действуют. И кроме того, что вот... И правильно действуют. Да, да, они очень грамотно все делают. Это, безусловно, очень грамотно. Они прекрасно понимают. Та же аура ЦМ-ки, как же она помогает. Да, у Найтсталкера постоянно есть мана. Тут ничего с этим не поделать. Там ЦМ-ка ауру в один качает, это бонусный один мана реген. У Найтсталкера родной там полторашка, что-то типа того. Ну или там 1.2, без разницы. То есть X2 идет мана у Найтсталкера. Постоянно, потому что ЦМ-ка здесь не умирает. Шикарно. Так ни разу не умер, по-моему, Аки. Конечно, 0-0-0 у него, но в любом 8 случае... 8 ассистов у него. А 0-0-8, да, лол. Ой, лол, как-то это слишком много.
даже для такого саппорта, как Аки. Аки, кстати, по фэнтези-поинтам сейчас 11,7 имеет. Сразу же после S4 он идет, у которого 17,6 сейчас, 17,7. Ну, EGM там фрагов, кстати, тоже натрепал. Ну, да, он 3, но у него меньше ассистов. Трипл-килл он оформил там знатенький. Итак. Ну вот, вот. Нави все правильно делают. Они сейчас отсиживаются с надеждой что-то выфармить. Но... А какой план? Смотри, коварный от Найтсталкера нарисован только что был на карте. Я сейчас побегу туда, потом сюда, потом сюда. Это примерно как девушки объясняют дорогу до какого-нибудь сооружения. Библиотеку, как пройти. Да, да. Никогда не спрашивайте девушек, как дойти куда-нибудь, если вы на новой местности, друзья. Мой личный вам совет. ГПМ Лода на гирокоптере 514, а средний 388. Неплохая стата. Ну, именно для этой минуты. Так, кстати, алхимик здесь. Ой-ой-ой, какой там алхимик коцанный. А если вижен? Есть центрики у Аки. Три центрика у Аки. ЕГМа находят. Ой, не ЕГМа, а Куроки. Куроки отъезжает. Ну, Куроки даже не понял, как он умер. Ну, Куроки просто бежал, понял, и да. Его не стало. Да, он лопнул. Он очень быстро развалился. Там как бы хп не особо много. Да, с хапой там проблемка. Много. Ну и Фаник, да, тут прыгает еще как-то блинками, но тут даже не знаю. Пока непонятно, чем убивать Найтсталкера. Да, 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 что делать, непонятно. То есть выпарниться вас тут 100 500 артефактов? Ну типа. Просто как бы зайти на ХГ, ну не то чтобы сложно, но откидываться есть у Навичем. Есть орб, есть фейтболт. Есть бочка, там, ну, хватает таких АОЕ скиллов, которыми можно действительно откинуться. Но в драке Нави сейчас выиграть, ну, практически не могут. Хвост, тут в Лотаре убегает. Ну, нет, вряд ли, вряд ли есть видели. Варды, да, но тут поймать тяжело. Вот варды сюда тыкает Аки, мы видим один вард. Вот, кстати, сейчас Аки поднимется, увидит, что здесь стоит опс, разбивает этот опс. И хвост сейчас, да, делает тэп-аут. Ну, купил ПТ, хвост, хотя бы хоть какой-то плотности хочет себе набрать. Да, и там уже 11 левел, Найтсталкер, и... Да, друзья, если кто не в курсе, у нас просто смотрит огромное количество новых людей. Я вот объясню, в чем вся соль Найтсталкера. В том, что у него есть чудесная пассивная способность, которая увеличивает в доброе для него время суток, то есть ночью, его скорость передвижения на 35% и дает ему 75 атак спида. То есть, да, это то есть он нереально быстрый, почти нереально как Мьёлнир. Мьёлнир дает 80, а этот 75. Только Мьёлнир стоит там 5000 с лишним, почти 6. А тут на халяву. Ну и Сайленс у него второй, который тоже днем действует всего 3 секунды, а ночью 5, 6, 7, 8. 8 секунд Сайленса. Хвост, по-моему, закончился. По тому же паку. Да, хвост сейчас будет умирать. Хвост в Лотаре ушел. Бульдог. У Бульдога просветки нету. Хвост правильно выбрал направление. Аки воткнул один центрик. И все, хвост, возможно, отсюда уйдет. Есть у него ТП, надо просто делать тэп-аут, и все. Он должен это понимать прекрасно. Да, он делает тэп-аут. Красава, хвост. Ну и снизу пытается пофармить свои леса на этот раз. Мы видим, что с деньгами у него немного туговато. Ну, ПТ-щиточки и Лотар, как бы. Ну, хотя летит курица к нему. Это телепорт, опять-таки, должен лететь, да? Да, вот Аегис будет позаимствован у С4 через 3, 2, 1. И у С4, конечно, да, у него сейчас вот это 1800 хп, которая с включенным армлетом, она очень сильно портит нервы. И мне очень интересно, будет ли это Аганим, который, да, если опять же кто-то не в курсе, дает нереальный обзор ночью. Да, то есть бегать можно по лесах так, что ого-го. Да, то есть обзор, который, скажем так, с высоты птичьего полета, то есть вы видите через все клифы, через все хайграунды и там в радиусе одного экрана вокруг своего персонажа. То есть обзора действительно очень-очень много. И вот такая позиционка, учитывая то, что у вас есть гирокоптер, который просто будет расстреливать. То есть дело Найтсталкера сейчас – это выиграть начальную стадию игры, загнать противника под свои вышки и дать гирокоптеру свободу передвижения. Гирокоптер именно этим сейчас и занимается. Гирокоптер топовый на карте по нетворсу. У него 9100 текущая стоимость его и 8000 почти у Найтсталкера, 7000 у Фуриона. Дальше идет хвост. Бэтрайдер и Дэнди, у которого 6400, 5200 и 4700 соответственно. Ну, пока, вот есть ли смысл Нави просто-напросто сейчас отсиживаться, не пытаться кого-то поймать? Ну там есть вроде как алхимик, который в теории может всех поубивать, да. Ну да, даже того же Баланар. Ну гирокоптер так, гирокоптер. Да, и гирокоптера фиксировать нечем, кроме Бэйна. А Бэйна очень хорошо будет сносить С4. Там и Silence, и Void, у которых маленькие кулдауны. У Войда 8 секунд кулдаун. И он сбивает, следовательно. Отличная стата заезжает. Просто шикарная. Лучше вообще тогда без статистики.
Седуны там два. Не, ну они там нормальную стату задвигают, на самом деле. Толковая, толковая статистика, ничего не скажешь. Так, ну что, в чужом лесу сейчас обосновались ребята из Нави. Мы видим хвост БКБ фармить себе. Дэнди, есть дагер, Фаник, есть дагер. Ну, суппорты, понятное дело, тут нету ничего. Ни у Пупея, ни у Кроки. И надо просто-напросто сейчас, походу, действительно надеяться на то, что пойдет фарм хвоста, забрать там один какой-то товарольчик на топе, может быть. Да, тут вся надежда только на алхимика, в том-то и дело. Сейчас надо охранять этого алхимика просто как зеницу ока и не давать ни в коем случае его убивать. Именно этим сейчас занимаются Нави. Они вчетвером за спиной у алхимика стоят, альянсы это понимают как никто другие. Но это... все равно страшно, и уходит хвост отсюда. Да. Ну, там внизу вышка падает. S4. У нас ночь на дворе. Да, причем ночь уже идет порядка там минуты, полутора минут, и надо бы, наверное, ему активничать, но активничать он не может, потому что Нави врубили команду 5, трайхарды. Ну а против Баланара как играть? Против Баланара играть действительно нужно практически вот только так, только никак команда иначе. 5, да. Что нужно это? Много вижена, но в современной доте есть чудесный артефакт под названием Smoke, который игнорит вижен, там... Просто показали графики 14 тысяч по золоту. 14 тысяч по XP. То есть вы понимаете, как бы, что такие преимущества отыгрывает только одна команда в мире. Это Na'Vi, да? Ну, Альянс тоже у нас славится тем, что они могут 17к перевернуть. Ну, это да. Причем еще и закончить игру, проигрывая 10к. Ничего страшного. Так, как, кому эти деньги в доте вообще надо? Ладно, хвост фармит БКБ дальше снизу. Ну, и ему до БКБ осталось, отметим, 700 голды. И вот две пачки крипов, вот, говоря. Потому что это алхимик, у него по-другому все немного. Да-да-да, ну вот смотри, могут ему ну, не, дадут не дать, да, могут не дать. Хотя бы до этой драки у хвоста сейчас БКБ не будет, но это очень неприятно. Но уйдут на Рошана, я думаю, альянс после Тавара. Скорее всего, да, скорее всего, ты прав, потому что вот как раз уже вот скоро-скоро появляется этот Рошан, и нужно бы, наверное, на него сместиться альянсом, а так как Рошан еще будет появляться ночью, то... Вообще рай. Вообще рай. Все будут видеть альянс. Тут мы видим глиф, еще потратили Na'Vi. БКБ. Что с ним теперь делать, вообще не ясно. Дабл БКБ у команды Лоды, у команды альянс. Причем, понимаешь, тут сейчас двоякое такое отношение, потому что будешь держать Найтсталкера на Бэйне, всех расстреляет гирокоптер. Да. Будешь держать гирокоптера. Пупакс Денайл Таркин, это чудо. Норм, норм. Красава. Ну, хвост купил БКБ из-за курицы. Тут еще S4 выезжает за хвостом. Нет, пока правда. У него нет вижна. Это самое главное сейчас для команды Na'Vi. Адмирал Бульдог с просветкой. Видит хвоста. БКБ. И начинает нарезать хвоста. Неужели хватит дэмэджа? 150 хп осталось. Это реально две тычки. Какие куски он отрывал? Это хвост был в ульте. Да, между прочим. Да, больно. А не, без ульты он был. Был. Без ну, ульты, без ульты, да. Тогда окей. Простите, еще можно переживать будет хоть как-то. Но 10-секундная БКБ. Уже не 10-секундная. Да, и уже начинает потихоньку Лода расстреливать вот этого товарища. Ну, у Лоды там скоро вообще появится баттерфляй, мы видим. То есть абсолютно все мега шикарно у Альянса. Да, здесь у Альянса все ультра круто. Пока что, подчеркиваю, все сводится к решающему пятому матчу. Но еще не вечер. Na'Vi нас... неоднократно удивляли. Возможно, удивят еще и буквально в этот недавно. Да-да-да. С оранжами. А, нет, там оранжи удивляли, ну, начнем да, с этого. Да, разбивая Аэгиса. Было такое. Это просто борода, конечно. Но если бы не то, не та глупость, я думаю, здесь бы сейчас наблюдали мы игру Альянс Оранж. Ну, а нет. Не если, исключено. Но... Если бы не та глупость, мы бы уже были в отеле давно. Потому что тут бы уже было бы 3-0 по домам. Ну, пока что здесь мы видим, битва идет не на жизнь, а на смерть. Да. Причем битва ну, действительно достойная гранд-финала. Вот. Да, команды. Я на самом деле очень боялся того, что у нас будет какая-то неинтересная дота. Даже что с участием будет IGL, таких... GD там. Да, да, вот что-то какое-то терпильное, но команды действительно достойны уважения. Оба коллектива. Ну, особенно третья карта, да, как бы первая. На первой, второй у нас были переворот в ту сторону. Перед ту сторону, третья карта, это, конечно, что-то с чем-то. Ну, и пока четвертая, тут вроде пока в одну калитку, но что-то Na'Vi пытаются. Или альянсы слишком осторожно ну, играют. Да, альянсы слишком осторожно, они ждали, ну, 15 тысяч голды, 15 тысяч XP. То есть преимущество выше быть, ну, да, наверное, вряд ли может на 24-й минуте. Так, ну вот, Бэтрайдер сейчас крипов очень быстро сгорел. Начинает Лода расстреливать, у Лода Аегис, у Лоды БКБ, у Лоды все есть. Вот все, что только душе угодно, и... ЕГМ. Ну и Фурион же здесь. Фурион с Лотаром, там Мека у ЕГМа, у Аки. Тоже КБ у Аки скоро на подходе, у ЦМки.
С4 заходит на хайграунд. И побежал Эспор, просто побежал далеко. На самом деле, Баланару здесь, походу, надо просто фаника дать войд, и все. С4 начинает пробивать. А толку? Все. Ну все, и ты не пойдешь. И минус тауэр. Тут попробовать Нави стоит, но я думаю, они попробуют, у них не получится. Бэтрайдер цепляет виспа, вот это очень грамотно, надо бы убить этого товарища. Будет ли плюха? Есть стан, ЕГМ погибает. Но Фаник в это время тоже. Фаник уже очень битый, да, Лода Фаник. Фаник минус, Лода ну, расстреливает. 3-2, ты знаешь, их вот дерется с Лодой, довольно больно Лоде. Нет, там хвост, С4, там просто С4. Да, тут очень больно их хвосту. Ну и Дэнди один живой. И бараки падают в команды Нави. Конечно, Нави сейчас сдаваться не будут, потому что впереди еще два лайна, которые стоят на пути у команды Альянс. И... Ну, а Эгис не потерян. Да, Нави типа... по-прежнему надеется, конечно. Вот сейчас попытался Эгис Дэнди... бить. Ай, 49 40 хп. Да. 40 хп осталось у Лоды, и Эгис остается у него. И вот еще и Виз прилетает. То есть сейчас захил будет просто конкретный. Сейчас там пойдет Мека, много всего любопытного. Да, ну и Лода возвращается в игру, скажем. Так. Да, теряет Нави одну линию, и осталось всего два плота защиты древнейской. Два плота ихнего эншента. Две цитадели. Цитадели. Прям эпичности нагнали, как американские комментаторы любят. Да, да, да. У нас что-то не получается нифига. Мы с тобой просто два ни о чем, поэтому... Ни о чем. Ну, такое. Ты же 5 раундов в Матрике проходил, так что все нормально. Как про. Как про. Ну что, ждет опять-таки Фаник от ЕГМа, чтобы цепануть его и вытянуть к себе. Единственный шанс, походу, действительно выигрывать драки, это вытянуть ЕГМа. Куро получает сайлент. Вот он, прыгает, пытается вытащить ЕГМа, и получается вытащить его. Вот, отличный стан. Стан ЕГМа, пытается убить Виспа. Все в этого Виспа, но он жив. Не смогли убить. Он жив. Этот Висп уезжает. Он отъехал. Но он поколопнул, но убили четверых. Всю команду Нави убили, да, пока там месили Виспа. И вот он, этот Найтсталкер, летит на крыльях ночи. И Куроки тоже сделал байбек. Кстати, смотри, много байбеков. С4, может быть, получится забрить. Нет, тут кулдаун пошел от Лоды. Закончился ульт, как же не вовремя. Забрили С4, и Лода проседает. Там Куроки Лода. Дэнди, Лоду ульт можно забирать. Ну, Лода Рокет Бэрридж. У Лоды Эгис. А тут еще и Бульдог. Слушай, мета Дэнди. А что он сделал? Бульдог! Лол! Бульдог сейчас умрет! Бульдог, да, это минус, Бульдог! Дэнди, Блинк. Здесь же Пупей. Лода повесь инфибл. Слип по Лоде. Что вот делают Альянсы? Они сейчас... Вот он ульт. Фурион может сейчас прилететь. Сейчас может прилететь Фурион. Вот это очень опасно, потому что Бульдог уже выкупился. Бульдог уже на нижнем лане, но Лоду месят по всей программе. Да, Лода, Лода! Умирает Лода! 560 золота, минус мегакилл. И ничего не сделали Альянсы в этой ситуации. Я в том плане, что они на базе ничего не снесли. Мид стоит. Бульдог, байбек, Аэгис минус, минус 5 героев. И я о чем? What the fuck is going now? Или как там это? Да, what the fuck is this? Альянсы, как бы я не хочу сейчас начинать вот это вот. Заигрались, это называется. Да, так. Это называется заигрались, и сейчас надо успокоиться, но... Сейчас Нави получили настолько дохрена всего. Опыта и денег они действительно получили очень много. Ну, Бак сделал байбек, и Рубик сделал байбек. Но все равно, Лоду они убили, сбили ему стрик, получили денег много. Да, там Алхимик в этом Кираса. Все время... Нормально, кстати, Кираса, это уже приятно. Ну и мы увидели, что уже Баланар для хвоста не такая уж и большая проблема. То есть... Просто Баланара там месила вся команда. Вот в чем была проблема. Нет, Баланара. Хвост 17 левел уже, а не 11 и не 12, как бы, да? Ну да, да, там уже так спид хороший. И Нави что-то поверили в себя. Да, почему бы и не поверить? Просто Альянсы, я действительно вот заметил, что они снесли топ, хорошо, отходили, подошли под базу противника, получили по щам, больше ничего не снесли. Да. Может, Нави стоит еще раз подождать Альянс? Ну там уже крипы на базе гуляют, и это плохо. Ну вот они сейчас и пытаются сыграть но агрессивно, в смоке не знаю, выходят. Что делать. Я тут тоже их ищет Альянс, и Альянсы их найдут, а Нави шведов не нашли. Да, причем вот сейчас смотрю я на этого Найтсталкера, который идет первый, у которого сейчас уже 1700 хп, и у которого с есть армлет. 200, да, да, там, да, 2200, что-то такого, но без разницы, потому что просто в него надо много всадить. А сам он нарезает тоже немало. Чекс у Бульдога. Это уже очень неприятно. Что там, БКБ есть у хвоста, это хорошо. Это но плохо. БКБ недолго. Это считаю. Плохо для Пака, вот, очень плохо, потому что можно очень быстро поймать Хекс и никуда не улететь. Да, потому что Пак там 1000 хп, что для Бульдога, что для Лоды, что для С4, это вот как семечки щелкать.
Точно так же они будут Пака убивать, если тот попадет в Хекс. Безусловно, если попадет в Хекс. Подарили сейчас Нави какую-то маленькую надежду себе и своим фанатам. 30-я минута игры. Ну и хвост 5000. ЦМ-ка уже в БКБ вышла. У ЦМ-ки да. 400 золота до БКБ. ЦМ-ка будет стоять и новогодить. Вот это то, что делал Аки, то, за что он попал в топ-10. Да, это убивает он умеет. Всю команду. Да, это он умеет. Причем, как бы мы там не недооценивали, да, ЦМ-очку туда-сюда, но не будем забывать, что это 170 урона и что это 50% замедление, да, с огромным АОЕ. То есть она может даже просто за счет замедления, там, гирокоптер, полтинник, ЦМ-ка, полтинник, ты будешь бегать на 100 мув спида на своем алхимике, и на тебя будет просто вот с высокой башней, да. 7 секунд только у хвоста будет, и все. Плюс к тому же ищешь баланар, который даст войт, и у тебя вообще будет 20 мув спида. Именно, именно. То есть проблемы могут быть у Нави очень серьезные. У них, конечно, вот мы видели, да, что они могут убивать альянсов. В прошлой такой недодраке они это сделали. Это очень хорошо. Они должны были поверить в себя, понять, что мы не в сухую пролетаем. Ну и понять, что делать, самое главное, в драках. Ну, что делать, они поняли. Надо убить Висп до того, как он завязает меку. Да, да, потому что вот Висп, он пока что выигрывает драки. Но Висп уже понял, что на него зуб имеет Бетрайдер, и что надо бы держаться ему подальше. Хотя, возможно, сейчас именно на этого Виспа будут пытаться байтить. Даже, да. даже выставляя его чуть-чуть вперед, потому что ты залетаешь на Виспа, а пока ты его убиваешь, это там 3-4-5 секунд, тебя месят три толстых героя, да. а то и четвертая ЦМ-очка еще с ультом. Убивает Виспа, а минус 4 уже происходит моментально. Да, там только байбеки на самом деле спасли всю ту ситуацию. Ну и глупость Альянса. Да, альянсы там тоже, опять же, заигрались, это но понятно. В любом случае, они уже, я думаю, вряд ли такую ошибку сделают. 32-я минута, 2 минуты до Рошана. То есть альянс, конечно же, дождутся Рошана. Я в этом уверен на 100%. Да, да, тут эти 2 минуты подождать, намного проще подождать 2 минуты и подраться на Рошане хоть за что-то, чем пойти подраться за линию и проиграть, и у тебя на Рошане там не будет либо байбека, либо еще чего-нибудь, либо ты просто лишнюю денежку дашь, народ насобирает что-то. Кристалл Найден БКБ. Зал взрывается аплодисментами. Ну, не каждый день увидишь, это да. факт. И Аки 12 уровня, то есть вторая ульта. Это очень-очень неприятно. Башер у Найтсталкера. Воу, 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 полегче. Ну вот, да, выиграли Нави ту драку. Как выиграть еще одну? Ну, должно пропереть хвоста, да, опять-таки. Ну, а у Башера нету, да, поэтому что пропирать... Есть 3500 денег. Кстати, Башер может появиться сейчас просто райт-кликом. Почему бы и нет? Да, вот сейчас и посмотрим. Байбек тут не особо-то нужен. Дело в том, что сейчас кулдауны, хотя кулдауны сейчас закончатся у всех, да, у всех сейчас закончатся кулдауны, и после Рошана уже они у всех будут, эти байбеки. Что хвост будет покупать? Тараску сейчас? Да, думаю, вряд ли. Дэмэдж же нужен мне жить. Сейчас он будет топорик продавать, покупать ТП. А топорик нет. Он не будет, там Фурион, он да. не будет продавать топорик, он нам, ну, намного важнее сейчас для него. Плюс еще крипов быстрее с этим бьет, плюс еще действительно от Фуриона. Ну потому да, что БКБ понятно. Не БКБ, на тебя ставят деревья, и ты бегаешь как идиот там 4 секунды. Что, Нави будет идти на Рошана. Хвост что-то купит или нет? 4400 денег. 30 секунд. Ура, полетело. Нас. Это будет Тараск. Где, у кого? Хвоста. Хвоста? Хвост, что-то я смотрю, очень сильно полюбил Тараску. Да. Не, ну после Керасы, да, после Керасы необходимо. Просто мы до этого видели, он и до Керасы мог Тараску себе запилить. Ну, там костов много было, да, там он именно против костов собирал, полезная вещица на самом деле. Ладно, смотрим, тут у нас целая плантация. Ну, Рошана забирает вообще спокойно здесь альянсы. Врываться туда, конечно, никто не будет. Опять-таки, там Аки с БКБ, там Нода с БКБ и с кулдауном, то есть идти на Рошана Нави не будут. Нави будет там сыр и Аегис, вот что самое неприятное. Ну, это да, там два сейчас... раза убить. Там сейчас Лода будет просто с Аегисом, а Найтсталкеру отдадут сыр. Да, так и делает команда Альянс. И С4 сейчас придется убивать дважды. Контроля там не так много сейчас у команды Нави. Его, конечно, много, но до конца драки он может просто закончиться. И С4 надо всего просто мгновение для того, чтобы прокликать этот сыр. Да. Ой-ой-ой! Сатаник! Сатаник, это да! И на топе сейчас проблема будет у хвоста. Он забрал тавер, но умирает здесь. Да, вот он. Неужели не заметили? Хорошо, ушел хвост! Вард ставят. Ну там гем есть. А гема нету, да? Лол! Хвост. А что вы сюда пришли без гема? Ну на карте же видно, когда залетает висп. Ну, хвост не тот товарищ, который не смотрит на карту. Не, ну хвост тут царь вообще. Кстати. Вот действительно царь. Тут классно он ушел. Очень быстро, очень вовремя.
Так, есть просветка, но никто не знает, что он здесь. По-любому не должны знать. Вот она, просветка. Мимо. Да. Хвост. Проказник, а какой? Нет, ты смотри. Мы знаем, что хвост сейчас купит. Это нет, будет то же самое? МКБ, да. Там я баттерфляй. Уж понадеялся. Там баттерфляй необходимо убивать лоду. Главное не умереть сейчас на лоу-граунде. Опять же, просто знаешь, как мы там не троллили хвоста, что он там 4 или там донный, или фидит постоянно. Но в доте он разбирается. Ну это да. То есть не зря он уже трижды сидел вот в той будке. Во время финала. Именно. Ну что, лода с ДД, это вообще борода, это какой-то чит как бы. Да, членик софт, нубло. На нем, на нем висит инфибл второй, но да, у него конечно. Там все равно 300 дэмэджа. И очень далеко висп. Все понятно. Бэтрайдер? Лол. Это не что надо. Было? Бэтрайдер, кстати, даггер только что потратил. Куда? Он подлетел вот сюда и потратил вот сюда. А, ну нормально. Дабл-клик нажал случайно. Возможно. Падают бараки. Фаник битый, ничего не может сделать. Минус линия. Смотри, да. сзади обходит хвост. Сзади обходит хвост, он находит ЕГМа. Нет, он принимается бить Адмирала Бульдога. Какой чудовищный дэмэдж хвост! Как он нарезает! Смотри, отличный минус. Еще можно убивать, еще можно убивать. Аки кастует, Аки тоже умер. Хвост лоду бьет. Хвахекс! Не хватило. Не хватило. Это 2-2. Судя по всему, это 2-2. Хотя будут пытаться еще сейчас Нави отбиваться, но я уже практически не верю. Да, много байбеков сейчас, но С4, у него же сыр, он сейчас может просто на развороте пойти и навешать. С4 врывается, вот он сыр, и по куроке, смотри. Бульдог, бульдога, убейте что-то, да лол! Хвост хорошо пробивает, но лода слишком силен. Да. Сейчас будет ГГ. Минус куроки, и Дэнди пытается улететь куда-то. ГГ! Пятая решающая карта впереди. Но это то, чего ждали все. Я скажу так, никто не ожидал 3-0. Кстати, трон сейчас упадет у альянсов. А, нет. Купим СЛГГ и точку в конце, думаю. Читерил? Система на туристе хочет, да. Какой хитрый Пупей. 2-2! И нас ждет то, что ждали многие. Квинтэссенция гранд-финала. Да, люди за головы держатся, мол, что, как это... Ну, игры действительно потрясающие. Друзья, мы вернемся через 5-10 минут. Через 5 минут, я уверен. 2-2 да. И решающая игра International. What a great game for the Alliance, coming out strong and really putting some good focus on their support players and getting ahead early with the Nightstalker. And of course now дали возможность их суппорта игрокам набрать левелов ранее, плюс первый ганг, первый начинает сталкера, замечательный матч. Джейкоб, наверное, говорит, что мне, наверное, надо будет подать в отставку, потому что я был абсолютно уверен, что они не смогут ничего сделать, потому что после пика Нави Джейкоб был уверен, что они намного-намного сильнее, и альянсы не смогут вырвать победу вообще. Но они, у них получилось сделать, чтобы он заработал этот пик. И на С4 сделали ФБ. Несмотря на то, что Дэнди взял АФБ. Потом мы помним, конечно же, этот дайв на сталкера, первую драку ночью. Кажется, да, С4. То, что не дали С4 нормально нафармить в начале, ну, собственно, и вот этот ФБ никаким образом не повлияло на дальнейшую игру. Джеймс сказал, что Ice Frog убил S4 и получил First Blood. Ну, он оговорился. Но, тем не менее, Мерлини говорит, что это очень-очень рискованный герой. Пик Найтсталкера — это рискованный герой. Он не всегда оправдан. Там очень тяжело предсказать, насколько хорошо он войдет в свою связку. И это действительно, как сказал Джейкоб, большой риск, большая награда конкретно в этой ситуации. У них получилось отлично после первой ночи держать Нави на их половине карты. Right here.